Бонд, где вы? Вы получили фото? Что их связывает? Вы что, волнуетесь? Вы мне нужны. Нет времени. Бонд, вы убили агента спецотдела. Кого он охранял? Просто учтите, он один из ближайших советников премьера и, значит, один из самых влиятельных людей в Англии. Вы должны вернуться. Еще нет. Люди Грина помогут генералу Медрано подмять Боливию. Возвращайтесь. Я перезвоню. Там стреляют. Мы его обнаружили. Он и Камила Ривейра на самолете недалеко от Ла-Паса. Пошлите за ним людей. И кто-то преследует. Генерал Медрано. Бонд что-то... Шансы есть? Им придется прыгать. Самолет долго не протянет. Ну вот, они прыгнули. Падают очень быстро. Они только что сцепились. Видимо, там один парашют на двоих. 1500 метров. Все еще падают. С такой скоростью им не выжить. Давай, Бонд! Парашют открыт. Они замедляются. Надо найти их раньше, чем это сделает Медрано. Убить его! Идут в него! Пошел, пошел!
Осторожнее, Бом! Впереди много врагов! Враг прямо по курсу! Атакуем! Зачем тебе Медрано? Я была маленькой, когда генерал Медрано вломился в наш дом. Он застрелил отца, задушил мать и сестру. Меня он в расчет не принимал. Теперь все будет иначе.
Нам обоим Грин нужен, чтобы кого-то найти. Ты тоже потерял близкого. Да, верно.